Друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам покажу, как связать вот такую салфетку крючком. Салфетку я эту вязал по схеме, взятой из интернета. Схема обычная, самая простая, но я же ее немного переделал и вязал рельефными элементами. Убрал, где-то добавил столбики, воздушные петли, потому что где-то мне казалось слишком много, где-то мало. Вот, поэтому немножечко я ее изменил. В диаметре у меня эта салфетка получилась 40 сантиметров. Вязал я ее крючком номер 1,75 миллиметра. Пряжа у меня вот такая, называется Ани от фирмы Циркула. Это бразильская марка, потому что я здесь живу. В России вряд ли вы такую найдете, но можете взять любой, который вам нравится. И подходящий крючок под данную пряжу. А в этой же пряже 500 метров в этом мотке. И 147,5 грамма она. Рекомендуем крючок 1,75. Я, в принципе, таким же и вязал. В принципе, я все салфетки вяжу этой пряжей. В этой салфетке 40 рядов, блокировал я ее кукурузным крахмалом, вот она получилась достаточно плотная, я люблю такой эффект. Также на моем канале есть видео, как блокировать салфетки с клеем, вы тоже можете посмотреть. По этой салфетке я выложу фотографию и схему оригинальную. Вы можете пройти в мой инстаграм, я оставлю ссылочку внизу в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь и можете вязать оригинальную салфетку, как она должна быть по схеме. Я же ее немножко изменил. Можете оставаться со мной, вязать по видео вместе со мной. Ну что, друзья, приятного просмотра. Итак, для начала работы нам необходимо сделать цепочку из 15 воздушных петель. И замкнуть эту цепочку в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 воздушных петель. И в самую первую воздушную петлю замыкаем соединительной петлей. Вот этот хвостик мы сейчас будем ввязывать в наш первый ряд, сразу его прятать. В первом ряду нам нужно в это кольцо провязать 24 столбика без накида. Воздушная петля подъема, мы ее за столбик не считаем. И в это кольцо теперь нужно провязать 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 6 и так далее. Вяжем до конца в кольцо 24 столбика без накида. Вот я провязал первый ряд до конца, выполнил в кольцо 24 столбика без накида. И теперь в первый столбик я соединяюсь соединительной петлей. Все, первый ряд завершен. Приступаем ко второму ряду. Во втором ряду нам нужно провязать в каждый из этих столбиков по столбику с одним накидом. Первый столбик я заменяю двумя воздушными петлями подъема. Если вы привыкли начальный столбик с одним накидом заменять тремя петлями, можете заменить тремя. Я заменяю двумя. Накид на крючок и в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом в следующий. И так далее продолжаем вязать до конца ряда по столбику с одним накидом в каждый столбик без накида предыдущего ряда. Итак, я провязал второй ряд до конца, выполнил в каждый столбик без накида по столбику с одним накидом. И теперь во вторую воздушную петлю подъема я соединяюсь соединительной петлей. Все, второй ряд завершен. Приступаем к третьему ряду. В третьем ряду нам нужно выполнить вокруг каждого столбика по 2 столбика с одним накидом рельефные лицевые. Одна воздушная петля подъема, накид на крючок и выполняем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого первого столбика, то есть вокруг воздушных петель подъема предыдущего ряда. 2 столбика выполнили. Накид на крючок вокруг следующего столбика
Выполняем два рельефных лицевых столбика с одним накидом. Вокруг следующего два столбика рельефных лицевых с одним накидом. И так далее. Продолжаем вязать до конца ряда. Провязали третий ряд до конца. Выполнили вокруг каждого столбика по два столбика рельефных лицевых. И здесь я соединяюсь в самый первый столбик соединительной петлей. Приступаем к четвертому ряду. Одна воздушная петля подъема, накид на крючок, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого и следующих двух столбиков. То есть выполняем 3 столбика рельефных лицевых с одним накидом. Выполнили. Одна воздушная петля, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг следующего столбика. Одна воздушная петля, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из следующих трех столбиков. Три. Выполнили. Три, один, три. Теперь опять воздушная петля и рельефный вокруг следующего. Одна воздушная петля. И опять у нас идет 3 столбика. То есть у нас здесь раппорт идет 3 столбика, 1 столбик, 3, 1, 3, 1. И между этими группами 1 и 3 столбиков у нас идет по одной воздушной петле. Вот, то есть вот так у нас получается. 3, 1, 3, 1, 3, 1. И между ними по одной воздушной петле. И так далее. Продолжаем вязать до конца ряда. Я провязал четвертый ряд до конца. Ряд у меня закончился одним столбиком и воздушной петлей, соответственно, так как мы начинали с трех столбиков ряд. Приступаем к пятому ряду. Одна воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого и следующих двух столбиков. Этот ряд повторяем точно так же, как вязали предыдущий ряд. Точно так же, один в один. Три столбика, воздушная петля, рельефный лицевой вокруг следующего столбика. Воздушная петля, три рельефных лицевых. Один, два, три. Воздушная петля, столбик, воздушная петля, три столбика. То есть то же самое. Продолжаем так вязать до конца ряда. Я провязал пятый ряд до конца, выполнил последний столбик, воздушную петлю и соединился соединительным столбиком с самым первым столбиком. Приступаем к шестому ряду. Одна воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого и следующих двух столбиков. Этот ряд у нас будет практически такой же, как и предыдущий. Только теперь у нас будет не одна воздушная петля здесь, а две. То есть выполнили 2 воздушные петли, рельефный лицевой столбик вокруг следующего столбика, 2 воздушные петли. И опять у нас идет 3 столбика подряд. Все столбики у нас рельефные, лицевые. Все, я думаю, тут в принципе все понятно. 2 воздушные петли, рельефный лицевой столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. И опять 3 столбика подряд. Все таким образом. Продолжаем вязать ряд до конца. Вот так у нас должно получаться. 3 столбика, 2 петли, столбик, 2 петли, 3 столбика. Все, вяжем. Приступаем к седьмому ряду. Одна воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика. Два рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг следующего. Один рельефный вокруг следующего. То есть у нас здесь идет прибавка в средний столбик из трех. Далее все то же самое. Две воздушные петли. Рельефный лицевой столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, и вот у нас группа из 3 столбиков, в крайний вяжем по одному, а вот в средний, во второй столбик, у нас идет прибавка.
То есть вяжем два рельефных лицевых столбика с одним накидом. Две воздушные петли, рельефный лицевой, две воздушные и так далее. Продолжаем вязать ряд до конца. То есть у нас остается здесь все то же самое, 2 петли, столбик, 2 петли. А вот где у нас было 3 столбика, по краям у нас остается также по одному, а в среднем мы вяжем 2 столбика. Вяжем так далее ряд до конца. Приступаем к восьмому ряду. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого и следующих 3 столбиков. Здесь у нас все остается то же самое, 2 воздушные петли, рельефный лицевой столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, и далее вяжем по рельефному лицевому столбику вокруг каждого столбика. То есть в этом ряду мы прибавки не делаем. Столбик вокруг каждого столбика, 2 воздушные петли, рельефный лицевой столбик, 2 воздушные петли и так далее. Продолжаем вязать до конца ряда. Приступаем к девятому ряду. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого и второго столбика. Провязали 2 столбика. 1 воздушная петля, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из следующих 2 столбиков. То есть у нас в этом месте сейчас вот так идет разделение. 1 воздушная петля. Здесь у нас остается все то же самое, 2 воздушные петли, рельефный лицевой столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Далее опять 2 столбика, 1 воздушная и 2 столбика. Две воздушные и так далее. Продолжаем вязать до конца ряда. Здесь у нас разделяются столбики одной воздушной петлей, а здесь у нас все остается по-прежнему. 2 петли, столбик, 2 петли. Приступаем к десятому ряду. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого и следующего 2 столбика. 2 воздушные петли, рельефный лицевой вокруг следующих 2. Здесь у нас пока то же самое, 2 воздушные петли, рельефный лицевой, 2 воздушные петли. То есть этот ряд у нас практически такой же, как и предыдущий, только теперь между вот этими группами столбиков у нас не одна петля, а 2 воздушные петли. А вот здесь у нас в этом месте пока все то же самое. 2 воздушные петли, столбик, 2 воздушные петли. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Где у нас было разделение групп 2 столбиков, была 1 петля, теперь у нас тут 2 петли. А здесь все то же самое. 2 петли, столбик, 2 петли. Вяжем так до конца. 11 ряд. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого и вокруг второго столбика. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом в арку из 2 воздушных петель, 2 воздушные петли и 2 столбика рельефные лицевые. Одна воздушная, рельефный лицевой, одна воздушная. Здесь у нас теперь 2 столбика опять. Между столбиками 2 воздушные, 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные и опять 2 столбика.
Где у нас один столбик, одна воздушная, столбик, одна воздушная. И опять два столбика. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. То есть, где у нас был один столбик, у нас идет сужение, и теперь не две петли, а по одной. А здесь у нас идет расширение между этими группами из двух столбиков, 2 петли, столбик в арку, 2 петли. Таким образом вяжем ряд до конца. 12 ряд. 1 воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика. Рельефный лицевой вокруг второго столбика. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 рельефных лицевых вокруг столбика с накидом, который у нас был в арке в предыдущем ряду. Провязали первый рельефный лицевой, второй и третий рельефный лицевой столбик вокруг этого же столбика. Далее опять 3 воздушные петли. Рельефный лицевой вокруг следующего столбика. Далее убавка из 3 столбиков. Накид на крючок. Вокруг следующего столбика провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом, но его не довязываем. Вокруг следующего столбика точно так же. И еще вокруг следующего. У нас 4 петли получилось на крючке. И теперь их все вместе провязываем. Далее накид на крючок и рельефный лицевой вокруг следующего столбика. Вот так. Далее 3 воздушные петли и 3 рельефных лицевых вокруг следующего столбика. 1, 2, 3. Опять 3 воздушные петли, рельефный лицевой, далее убавка из 3 столбиков. Первый не довязали, столбик с накидом, рельефный лицевой, второй и третий. Все 3 столбика у нас незавершенные, и теперь все 4 петли провязываем вместе. И следующий столбик рельефный лицевой с одним накидом. 3 воздушные петли. И так далее. Продолжаем вязать до конца ряда.